Добрый день, у нас в гостях Мария Кристалл. Мария, расскажите, пожалуйста, про вашу компанию. Здравствуйте, очень приятно с вами сегодня видеться. Наша компания занимается соусами больше 20 лет. Мы являемся производителями, дистрибуторами соусов, специй, горчицы, разнообразных приправ. У нас более 50 видов продукции, которые мы сегодня представляем на выставке. А что новенького привезли в этом году на выставку? У нас два вида новинок. Первый – это то, что мы производим сами. Это наши соусы с ароматом дыма, копчения. Очень модная тема барбекю-гриля. Это ткемали-барбекю и белый майонезный соус барбекю. А также мы представляем новинки мирового легендарного бренда перечных соусов «Табаско». Четыре абсолютно новых вкуса, один из которых вообще впервые в мире представляется. Это шрирача от «Табаско», а также сладко-острый соус и крылышки баффало. И самая главная наша новинка – это скорпион, самый острый. Это более миллиона по шкале Сковилла. Нас уже даже просили его купить. Скажите, какие задачи перед вами стоят на этой выставке? Ну, как всегда, мы хотим расширения партнерства, потому что мы представлены во всех федеральных сетях России, но Россия – огромная страна, и мы понимаем, что мы должны быть максимально близко. Мы должны быть представлены в маленьких магазинчиках, магазинах у дома, по возможности даже на рынках. Мы хотим, чтобы наши соусы были в каждом холодильнике нашей страны. Надеюсь, у вас все получится. И кстати, хотел спросить, как у вас дела обстоят с экспортом? Соусы под нашим брендом Кинто уже на настоящий момент представлены не только в России и странах СНГ, но мы активно разрабатываем тему Европы, мы разрабатываем тему Ближнего Востока. Вот у нас были в гостях гости из очень дальних уже для нас стран, пробовали, оценили, и, надеюсь, Кинто скоро появится на Ближнем Востоке тоже. Мария, спасибо вам огромное.